Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Привет, народ! Или по-мужицки здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня вам покажу очень легкий соло глич на деньги для бедных новичков. Что ж, не буду долго тянуть. Погнали! Итак, приезжаем к магазину, но перед самим гличом нам нужно поменять место старта в меню взаимодействий на последнюю точку. Далее просто начинаем грабить этот магазин. Как только вам скинули деньги, сразу же переходим в меню паузы, сеть и выбираем редактор. После того, как мы прогрузились в редактор, нажимаем английскую букву P. И также переходим в меню паузы. Далее сеть и заходим в GTA Online, в сессию по приглашениям. Как только мы прогрузились, мы можем видеть, что магазин снова работает, и вы можете провернуть все точно так же бесконечное количество раз. Да, этот способ не самый лучший, но все-таки он для бедных новичков. Ну а на этом все. Если вам действительно понравилось это видео, то не забудьте поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.